Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как правильно пользоваться монтажной пеной. Во-первых, вы снимаете крышку сверху и накручиваете вот такой вот пистолетик, который идет в комплекте. И чтобы ей пользоваться, нужно перевернуть ее вниз головой, как бы. Потому что вот так, когда нажимаешь, отсюда просто вылетает такая вот вода вон она. Когда держишь ее в таком положении, я пробовал, вылетает такая просто вода. А когда переворачиваешь, тогда уже начинает выходить такая пена. И обязательно делайте это в перчатках, потому что, как видите, я делал это без перчаток, и теперь все, что попало на руки, во-первых, оно очень плохо отмывалось, оно было липкое очень, а во-вторых, оно засохло, и теперь, не знаю, надо ждать, ну, как-то надо это отковыривать. Вот, ну и она еще очень медленно сохнет. Я думал, она раз и засохла, она очень долго сохла, но в итоге засохла. Так что вы, когда залили ее, она еще будет, ну я, получается, в такой проем, в дырочку такую, в отверстие залил, и она еще вываливалась. Так она очень долго сохнет, я еще там подравнивал, в итоге вымазались руки, так что туда еще будет неплохо что-то засунуть, что могло бы не давать ей. То есть что-то залили, чем-то накрыли, чтобы она не вышла, и пускай сохнет. Ну и так можно оставить, потому что если скрутить пистолет, я так понимаю, из него еще будет вытекать такая вот пена, и если она здесь засохнет, вы потом не сможете накрутить пистолет. А если оставить накрученным в таком состоянии, оно здесь засохнет, а здесь он, в принципе, нормальное. И потом, если это содрать и проковырять какой-нибудь проволочкой, то можно будет снова пользоваться. Либо вообще отрезать и дальше пользоваться. Но тогда потом, в конце концов, оно и здесь потом засохнет, и потом некуда будет резать. Ну и придется тогда, вот трубка снимается, новую трубку искать. Но у меня есть трубочка другая, я уже нашел, что потом надеть. Так что все нормально. Таким вот образом можно пользоваться пеной, монтажной пеной. Ну, а на этом все. Всем покедово.